Hola, chicos. С вами Оля, преподаватель испанского из Мексики. Если кто не знал или вдруг забыл, я живу здесь и преподаю испанский именно отсюда. Если вы хотели бы приехать в Латинскую Америку на отдых, учебу, работу, то обращайтесь ко мне по ссылке в описании к этому видео, договоримся с вами о занятиях. Ну а если вас просто привлекает испанский язык, и вы хотите узнать, как же он звучит и как переводятся какие-то песни, то вы попали в нужное видео. Сегодня мы разбираем одну из песен, новых песен Шакиры, которую она выпустила вместе с Осуной. Это латиноамериканские певцы, но из разных стран, поэтому у них немножко отличается акцент, но в целом все латиноамериканцы друг друга понимают. Сразу подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять выпуски, где также я разбираю другие песни, книги, интервью и многое другое. А также на этом канале я рассказываю и про грамматику, и про особенности культуры и жизни в испаноязычной стране. И, как ни странно, для латиноамериканских песен обычно свойственна какая-то яркость, да, и для жизни вообще в этой культуре это что-то яркое, взрывное всегда, но песня называется «Монотония», то есть «Монотонность», «Скукотища». Fue culpa tuya, ni tampoco mía. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Это была не твоя вина, не также моя. Tuya и mía – это твоя и моя, которые стоят после существительного обязательно. И fue – это форма глагола ser в прошедшем времени, в претерито indefinido. Fue culpa de la monotonía. Fue culpa de la monotonía. Это была вина монотонности, скукотища. И в этом видео можно видеть как раз-таки, насколько им скучно. Шакире и Осуне. Nunca dije nada, pero me dolía. Nunca dije nada, pero me dolía. Я никогда ничего не говорила, но мне было больно. Первая часть этого предложения звучит в претерито indefinido, то есть в простом прошедшем времени. Я никогда ничего не говорила, но мне было больно. И nunca dije nada здесь стоит в indefinido, то есть оно как бы никогда не случилось, поэтому в испанском обычно говорится это в простом прошедшем времени. То есть я никогда ничего не сказала, но мне было больно, но это длилось. Соответственно, dolía — это imperfecto, прошедшее длительное время. Yo sabía que esto pasaría. Yo sabía que esto pasaría. Я знала, что это случится. Возможно, спросите, почему пасария — это вдруг будущее время, хотя это как бы условное случилось бы. Но это называется согласование времен, когда мы говорим в прошедшем времени о том, что могло бы случиться сейчас. Например, я знаю, что у меня, что что-то случится. Мы переводим это в прошедшее время, и получается, что вместо «случиться» в будущем мы говорим в кондициональ пасария. Итак, какие здесь глаголы? Это fue, то есть глагол ser в начальной форме. Dije, я сказала, то есть от глагола decir. Me dolía, у меня болело. Мне было больно. Это глагол doler. Sabía, это я знала. Saber, знать. Pasaría, случиться, от глагола pasar. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Tú en lo tuyo, это ты там со своими делами, как бы занимался своими делами. Это такое устойчивое выражение en lo tuyo, то есть как бы в своем, там, в своей каше варишься. Это можно сказать также él en lo suyo, то есть он занимается все своим же. Например, что делает Хуан? Хуан está en lo suyo. Хуан занимается своими делами, как обычно. Haciendo — это gerundi, то есть как депричастие в русском языке, делая что-то, делая в данном случае lo mismo, все то же самое. И ты занимаешься своими делами, делая все то же самое. Siempre buscando protagonismo. Siempre buscando protagonismo. Всегда ища главных ролей. Протагониста. Обычно вот это распространенное слово. Протагониста — главный герой. Протагонизмо. Ну, как бы, быть на главных ролях, на первых ролях где-то. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Ты забыл, чем мы были однажды. Или по-испански это в один день. Y lo peor es que... Y lo peor es que... И самое худшее — это то, что...
Так, здесь какие глаголы? Haciendo – это герундий, начальная форма, hacer – делая, делать. Buscando – опять в поисках, ища, buscar – искать. Te olvidaste – ты забыл, olvidarse de algo – забывать о чем-то. Fuimos – опять же глагол ser – это мы были. И es – это начальная форма, глагол быть, ser. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. И самое худшее – это то, что. И опять повторяется все то же самое. Это не была не твоя вина и не моя. Это была вина монотонности или скуки. Я никогда ничего не говорил или не говорила, но мне было больно. Я знал или знала, что это произойдет. De repente ya no eras el mismo. De repente ya no eras el mismo. Внезапно ты был уже не тем. Ты был не таким же. Me dejaste por tu narcisismo. Me dejaste por tu narcisismo. Ты оставил меня из-за своего нарциссизма. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Ты забыл о том, чем мы были однажды. Здесь очень полезное слово de repente, внезапно. Когда мы что-то рассказываем, чем-то делимся, восхищенные и как-то эмоциональные, мы можем сказать и внезапно. И вот это как раз-таки слово de repente. Глагол ser в imperfecto. Ты уже не был, и как-то оно длилось в какое-то время, она понимала, что он не такой же, как был раньше. Me dejaste, или просто dejaste, это глагол dejar, оставлять. Вступает Асуна, который как бы отвечает на эти слова и говорит «Tu distante con tu actitud». Даже без глагола обошлись, но потому что это песня, это повседневное выражение, какой-то жаргон. А если бы мы в повседневной жизни говорили, мы бы сказали «Ты была отдалённой». «Tu eras distante con tu actitud», например. «Distante» — отдалённая, то есть ты со своим отношением как будто бы отдалилась, я чувствовал, что ты очень такая... отстраненная. И, значит, ее отстраненность, что сделала с ним? Он говорит, и eso me llenaba de inquietud. И это наполняло меня беспокойством, сомнениями какими-то. Me llenaba — это imperfecto, то есть llenar — наполнять, llenaba — наполняла. Tú no dabas ni la mitad. Ты не давала ни половины. No daba в данном случае, потому что это регетон, ребята. Привыкаем к тому, что они иногда пропускают букву S в конце. Это все потому, что регетон в основном происходит из Пуэрто-Рико, где это норма разговорного испанского. Pero sí sé que di más que tú. Какой-то набор коротеньких словечек, да? А на самом деле все очень просто, но действительно знаю, что я дал больше, чем ты. То есть в этих отношениях он имеет в виду. Sé – это глагол saber – знать, то есть я знаю, что di – дал, от глагола dar, больше, чем ты. Más que tú. И почему здесь вообще затесалось слово «да»? Я «да» знаю. Немножко странно звучит. Дело в том, что когда мы хотим сказать, что действительно так происходит, добавляем перед глаголом si. Например, si preparaste la cena – ты все-таки приготовил ужин? Или вы возмущены тем, что вам сказали, что так вы же не говорите вроде по-испански, а вы учили 5 лет и уже говорите по-испански и говорите «Yo sí hablo el español». Я «да, говорю по-испански», то есть вообще-то я говорю по-испански. Когда мы что-то хотим подчеркнуть в испанском, мы можем перед глаголом поставить «sí». Если уже чувствуете, что ваш словарный запас действительно подошел к тому, чтобы начать практиковать разговорный испанский, то приходите ко мне в клуб испанского, который проходит онлайн 2 раза в неделю с ребятами со всего мира. И даже новички начинают говорить уже с первого занятия. Так что пишите мне по ссылке в описании к этому видео, увидимся в Телеграме, и я вам расскажу про все условия участия. Дальше опять вступает Шакира. Estaba corriendo por alguien. Я бежала за кем-то. Que por mí ni estaba caminando. Que por mí ni estaba caminando. Который за мной даже не шел. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. Este amor no muerto, pero está delirando ya.
Опять пропущен глагол, все из-за рифмы, так что не обращайте внимания, там должен быть глагол, если мы просто говорим в жизни. И дословно, эта любовь не мертва, но уже бредит, как бы в предсмертном бреду находится. De lo que había ya no hay na. Опять на вместо надо. Типичные вот эти вот сокращения, особенно в песнях используются, особенно в реггетоне. То есть из того, что было, уже нет ничего. Estaba corriendo — это «я бежала» в imperfecto выражение estar плюс gerundi, когда мы говорим про длительность. И «я бежала por alguien» — за кем-то. Здесь можно использовать такие глаголы, как correr — бежать, caminar — идти, delirar — бредить и haber — существовать, находиться где-то. Te lo digo con sinceridad. Я говорю тебе это честно. Sinceridad — честность. То есть, frío como en Navidad. Ты холодный, как в Рождество. Классическое сравнение. Es mejor que esto se acabe ya. Лучше, чтобы это закончилось уже. И здесь встречается в первый раз субхунтиво. Если вы с ним уже сталкивались, знаете, что это выражение наших каких-то отношений или мыслей по поводу какого-то действия. То есть мы можем сказать «это уже заканчивается» или «я хочу, чтобы это закончилось». Вот в данном случае мы говорим «лучше, чтобы это закончилось». No me repitas la movie otra vez. Не повторяй мне это кино еще раз. Ну тут по логике с русского языка тоже понятно, о чем речь. То есть не начинай снова, все то же самое. Que esa ya la vi, то есть я уже знаю, что там будет происходить. То есть не показывай мне снова этот фильм, я его уже видел. Bebe, yo te quiero, как бы, детка, я тебя люблю. Pero es que yo me quiero más a mí. Ну, дело в том, что я люблю себя больше. Es un adiós necesario. Es un adiós necesario. Это необходимое прощание. Lo que un día fue increíble se volvió rutinario. То, что однажды было невероятным, стало чем-то обыденным. Здесь из таких важных повседневных выражений или слов это Navidad, естественно, Рождество. Es mejor que, лучше чтобы. Es que, дело в том, что. Rutinario — это что-то обыденное, мы можем сказать, что мы что-то делаем обычно. То есть мы можем сказать, например, Es mi cuidado rutinario — это моя, как бы, мой уход, обычный уход, повседневный уход, если говорим, например, о коже. No me saben a nada tus labios. Для меня твои губы не имеют никакого вкуса. Saber — это именно иметь вкус, и когда мы говорим me sabe, это значит что-то для меня имеет вкус, или no sabe — для меня что-то не имеет вкус. Ahora es todo lo contrario y lo peor es que... Сейчас это все даже наоборот, и самое худшее — это то, что... И опять идет повторение, что же там произошло, какова причина их расставания. Здесь полезные слова — это saber, то есть это не только знать, но и иметь вкус. Ahora es todo lo contrario. Сейчас все наоборот. Не закрывайте это видео, потому что работа с текстом еще не закончилась. В описании к видео я оставлю вам разбор текст, а также нужный словарик. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите в комментариях, вместе обсудим, и вы уже сможете петь чистой душой эту песню, понимая каждое слово и каждое выражение. В конце этого видео вас ждут, как всегда, квадратики с рекомендованными видео. Если вам интересна была эта тема, то будет интересна и та, которую я вам предлагаю в конце. Ну и, конечно, меня очень поддержат ваши лайки, подписки, комментарии, и если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Nos vemos.